Петрович, положи, положи на место. Не смей трогать эту вещь. Я помогаю трогать. Так, слушай сюда. Я до сих пор не понял, что с нашими экспериментами. Но что-то с ними явно не так. Они не до злые стали. Меня это не касается, это сугубо твои проблемы, мне по барабану. И, кстати, хочу сказать тебе приятную новость. Если ты умрешь, твоя зарплата и страховка отправятся твоим родным. Ну ты понял.